Два года назад ТНТ изобрел климатическое оружие, способное превращать февральский дубак в жаркое тропическое лето. Этой зимой ТНТ применит его во второй раз. Резкое потепление начнется уже 5 февраля в 20:00. Четыре девушки и четыре молодых человека при поддержке продюсера Тамары и админа Куня продолжают выживать на необитаемом острове – Индийском океане. Отпуск явно затянулся. Участники больше не думают о побеге в несуществующем реалити, а хотят поскорее покинуть проклятый остров и вернуться домой. На их счастье, на остров прибывает организатор реалити-шоу, который планирует доставить героев обратно в Москву, но попадает в руки местных пиратов. Эвакуация участников реалити откладывается. Ребята чудом остаются живы, но это не говорит о том, что их положение стало лучше. Теперь они застряли посреди огромного океана, без какой-либо возможности двигаться вперед. Надежда только на то, что их кто-нибудь заметит и спасет. В бесконечной глади воды подобное маловероятно. Но Косте приходит в голову идея, как увеличить шансы на спасение команды. План сумасшедший, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Команда объявляет Фейгу в бойкот, так как ее обман завел чувства многих. Эл пытается восстановить отношения с Милой, но заслужить ее прощение оказывается не так просто. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.